Настя, ответ? 97. Хорошо, теперь с приседаниями. 72 минус 22 минус 50. 17. Ответ? 17. Молодцы. Поразительно, только так можно описать, как эти ребята, представляя в уме невидимые костяшки, перелопачивают длинные ряды трехзначных чисел и за считанные секунды дают правильный ответ. Многие из них учатся в начальной школе, но не каждый взрослый может сравниться с ними в арифметических навыках. Дети, занимаясь с нами, раскрепощаются. Раскрепостившись, они минимизируют свои комплексы, за счет чего им легко становится выступать, отвечать, тянуть руку в школе, за счет чего они, будучи более уверены в себе, у них улучшаются показатели по всем другим предметам. Вот и весь секрет ментальной арифметики. Просто мы любим детей, мы занимаемся с ними интерактивно, и у нас нет оценок, и они чувствуют себя спокойно, и они знают, что можно ошибаться, и что на ошибках учатся. За счет этого ребенок растет. Воспитанники учебного центра Smart in Карабулак совсем юные, а на их счету уже не одна громкая победа. Каждый из ребят может смело похвастаться не только призовыми местами, но и кубками победителей. Очередная олимпиада между маленькими умниками и умницами СКФО проходила в Махачкале, где они заняли все призовые места. За 4 минуты участники должны были решить 120 примеров, то есть 30 примеров за 1 минуту. Поехало 5 участников, показали тоже хороший результат. 3 первых места, 1 второе, 1 третье. Конечно, дети и сами сегодня признаются, что тяжело было после дальней дороги. Сами понимаете, рано утром выехать, дорога на нас сказалась. Иначе бы мы привезли, конечно, результат еще круче. Максимальный скоростной режим в обучении у центра 0,1 секунды. Это очень быстро, и дети даже не всегда успевают разглядеть цифру. Однако некоторые могут одновременно и складывать в уме, и танцевать, и даже читать стихотворения, как Илес Балаев. На олимпиаде мальчик занял второе место, своей победой гордится и останавливаться на достигнутом не собирается. Люблю грозу в начале мая, когда весенний перерыв, как в развязе игра, грохочет в небе голубом. 90. Быстрый счет в уме – это лишь первый плюс ментальной арифметики. По словам родителя, она помогает их детям стать уверенными в себе. Ребята учатся мыслить креативно, благодаря чему становятся более внимательными и лучше концентрируются. Дети научились быстро считать, развивается память, мышление, мелкая моторика, логика. То есть ребенок начинает повышать свою самооценку, уверенно себя чувствует. И желание не только высказать, но и даже есть где-то всегда быть первым появляется у ребенка. Это очень важно для ребенка. Подготовка к самостоятельному исчислению занимает 2-3 года и делится на несколько этапов. Сначала дети учатся считать на настоящем абаке, а дальше вместо доски они заучивают ее изображение. Глядя на рисунок, во время вычисления нужно представить, как передвигаются костяшки. В конце концов, у ребят забирают и картинку. На этой стадии они видят абак в уме и могут производить с ним те же операции, что и с настоящим. В будущем у центра большие планы. Помимо всех прочих онлайн-олимпиад, они готовятся к всероссийским соревнованиям. А там, если позволит финансирование, будут покорять и международные, которые в следующем году пройдут в Турции и Чехии. Хава Гагиева, Джамалел Тамасханов, Новости 24.